Вы прожили в Казахстане где-то 8 лет. Расскажите подробнее. Сколько нужно работать в Казахстане, чтобы купить 15-й айфон? Чтобы купить 15-й айфон в Казахстане, можно не работать ни одного дня. Люди там верят в будущее, поэтому все берут в рассрочку. Расскажите подробнее о жизни людей. Люди там замечательные, это я вам точно скажу. У большинства нет денег съездить на отдых или даже элементарно сходить в кино. Может быть, поэтому меня не узнают на улице. Зарплата у большинства в Казахстане чуть меньше миллиона тенге, где-то 100-150 тысяч. Несмотря на это, они займут деньги в долг или возьмут кредит, но обязательно позовут вас в гости, невзирая ни на какие трудности. Вы говорили, что потеряли деньги. Вас обманули. Расскажите, пожалуйста. Я делал кэшизоту дочери. Взял кредит в банке и сделал шикарный той. Но я не догадывался, что после тоя я не смогу даже закрыть половину кредита. Теперь у меня есть кредит.